Раньше здесь был пустырь, но постепенно это место преображалось. Московская администрация города по просьбе жителей взяла под свое шество этот участок в 2019 году. С помощью различных организаций и волонтеров за это время были выложены плиткой тротуарные дорожки, установлены лавочки необычного дизайна, посажены саженцы кустов и деревьев. Но впереди еще немало работы, и очередной этап пока не заключительный. Очередной этап у нас действительно на этом маленьком сквере, который мы начинали еще в 2019 году. Сегодня мы планируем закончить вертикальную планировку грунта вот на одном из секторов, высадить еще порядка 20 деревьев. Ну и дальше мы на этом сквере еще не заканчиваем. У нас еще есть несколько сюрпризов, которые готовим мы в этом году и в следующем, поэтому будем еще и дальше продолжать. Участниками сегодняшнего нашего субботника являются работники администрации Московского района, члены Белорусского республиканского союза молодежи, молодежный парламент при Брестском городском совете депутатов и Московская налоговая. В этом году экологическая акция в рамках месячника по благоустройству Бреста проходит здесь второй раз. А в целом неравнодушные брещане уже восьмой раз собираются, чтобы добавить новые штрихи к будущему живописному пейзажу. Уже не впервые к сотрудникам московской администрации присоединяется молодежь, волонтеры за любые акции, которые идут на пользу экологии города. На эти акции ребята всегда идут с охотой, потому что волонтерство – это самое легкое у нас. То есть здесь никаких не нужно подготовок, просто приди и сделай доброе дело. Сейчас ноябрь месяц – это у нас месячник по благоустройству территории, и у нас за уже начало ноября это по счету 9-я акция. Мы уже убирали грибной канал, мы убирали парк воинов-интернационалистов и так далее, на Красный двор еще поедем. В общем, у нас ноябрь целый график уже сделан, и все учреждения образования, школы будут задействованы в этой акции. Мне будет очень приятно, что я вложил какой-то свой личный вклад в благоустройство территории. То есть через какое-то определенное количество лет я сюда приду со своими детьми, со своей супругой и посмотрю, вот, допустим, вот это дерево садил я. И все, ну, то есть поставлена страничка в истории, которая запечатлится в этом парке. Работа идет хорошими темпами, а потому совсем скоро новому скверу, маленькому, но самостоятельному объекту города, может понадобиться свое название.